Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. Мы продолжаем с вами прохождение Resident Evil 2 ремейк. Играем, как вы можете видеть, за Леона. И сейчас нам нужно решить шахматную головоломку, связанную вот с открытием этой двери. Смотрите, кто будет проходить, кому интересно, я как бы даю вам подсказки. Смотрите, что у нас? Ладья и конь на одной стороне. Ставим ладья и конь на одной стороне. Так, вот она, ладья у нас, использовать. Теперь слон, ферзь и ладья были напротив друг друга. Сюда ставим ферзя. Ой. Вот. Теперь слон и ферзь не рядом с друг другом. Стало быть, вот ферзь, значит, слона мы ставим не рядом с ним. Слона ставим вот сюда. И остается у нас один единственный слот. Вот этот. Использовать. Спасите Аду. Ну давайте. Аду так Аду. Зеленая трава, ура! Мы тут все собрали. Это у нас не работает. Проклятие, нужно сначала выключить чего-то. Тут у нас тоже что-то есть. О, да. Объединить. Так и объединить. Сколько у нас лечилок получилось. Так, мы тут все собрали. И теперь решаем загадку с трансформатором. Есть. Ух ты, гад, а? Как же так? Jesus Christ! Зараза. Долбанул нас. Нехиленько долбанул нас так. Так, ослепляющих гранат у нас нет. Зараза. Использовать. Так, хорошо. Still alive. Все еще жива. Куда нам бежать? А, сюда. Фух, потерялся. Ух ты, зараза, где ты взялся, блин, пока я тут втыкал нахрен. Got you.
Дядя, ты смотри, а. Так, отдыхай, дружок. Отдыхай, дружок. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Лети, брат, лети. А, ты себе. Какая классная игра. С минимальными потерями мы, практически не пострадавших, все прошли. Надеюсь, теперь с ним покончено. И я на это надеюсь. Так-с. Что тут у нас? Ух ты, мочнявые патрончики. 17 их. Несколько раз промазали, конечно, к сожалению. Все, мы тут все собрали. Можем идти дальше. Так, чего и тут у нас? Есть, есть. А, да. Сейчас мы тебя спасем. Ada! Ada, where are you? Ты где? Over here! Over here! Ada! Father! Been worried there for a second. Я уж было начал беспокоиться. С чего бы? Не могу вытащить. Не знаю, стоит ли. Точно не стоит. Вытаскивай. Я не смогу ходить с этой штукой. Точно не стоит. Там если крупный сосуд перебит, вот эта палка его затыкает. А если вынуть, можно истечь кровью. Это надо все делать в больнице и сразу разрезать, чистить рану и ушивать внутри. Успокойся, все в порядке. Если крупный сосуд поврежден, это опасно, ребят. Так как повезет. Но лучше не вынимать, лучше в больнице ты все делай. Уходи отсюда, пока еще можешь. Еще можешь. Я тебя не оставлю, тем более в таком состоянии. Ты не понимаешь. Все хуже, чем я предполагал. Курицу включает. Тебе от меня так просто не отделаться. О, думает, жену себе нашел. Ты спасла меня, теперь моя очередь. Вот как, услуга за услугу. Тут уже флирт пошел, ребят. Не иначе. Облокотись. Погоди пока. О. Какая недотрога. Это круто, конечно. Хочешь помочь? Нужно добраться до Nest. Nest? Лаборатория Umbrella. Она прямо под нами. Аннет проболталась. Там находятся образцы вируса. Ну что, поможешь? Думаю, смогу выкроить время. Тогда идем за работу. Как скажете, мэм. Идите в лабораторию. Ну, пойдем. Так, тут у нас все собрано. Фуникулер отвезет нас в Nest. Этот браслет наш проездной билет. Отлично, сестреночка. Так, где там фуникулер наш? Записываться не будем? Да ладно, не будем. Хотя можем и записаться, пока она все равно отковыляет очень медленно. Пойдем, сестра, на фуникулер кататься. Давай, 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 чап, 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 не томи моих зрителей. Ох, чертова нога. Давай я тебя понесу далеко. Руки у него какие длинные. Где она? Ой, как долго. Не надо было ее ждать, отлично.
Обратно мы уже не вернемся. Будь готов, Леон. Всегда готов. Фуникулер направляется в Нест. Не покидайте Кашабадам. Классно. Мультипликация у них, конечно. Знаешь, что я думаю? Жду не дождусь, когда ФБР заявится в штаб-квартиру Амбрелла и заставит их. Я тоже. Но давай на чистоту. У тебя нет официальных полномочий. Это федеральное расследование. Когда получим Г-вирус, каждый пойдет своей дорогой. Эй, Леон, ты мне доверяешь? Хотя такая красота, как тут не довериться. А ты мне доверяешь? Сказать по правде, если бы не доверяла, ты был бы уже мертв. Ясно. Слушай, я думала, что мне понадобится твоя помощь. Если ты добудешь Г-вирус, я сделаю так, что история Ракун-Сити никогда не повторится. А, да. Ты сама сказала, это федеральное расследование. Леон, посмотри на меня. Сейчас я обуза. Если я хочу раскрыть это дело, ты моя последняя надежда. Я не могу просто бросить тебя. Опа-па. Видите, манипулирует. Ей нужен Г-вирус, и она все пускает в ход. Хотя, я не пропаду. Не бойся. Я не сдамся на полпути. Опа-па, ничего себе. Поверь, есть ради чего жить. Намекает, что у них будет семья и дети. Go. Иди. Времени мало. Это тебе пригодится. Окей. Леон. Алиан. Калиан. Я в тебя верю. Заряжает его. Накачивает. ID-браслет. Отлично. Так, и тут у нас еще есть вот такой ящик. Давайте сразу все это повыкидываем нафиг. Вот это выкинем. Вот это выкинем. А то оставим, пожалуй. Больше у нас тут ничего такого и нету. Особенного. Так, и что тут надо уменьшить? А то сильно здоровая получается. В целях безопасности не подходите к дверям, пока они полностью не закроются. Кстати, голос из Mass Effect, этот, когда искусственный интеллект разговаривает, один раз. Может, это программная обработка голоса? Добро пожаловать в Nest. Осмотрите лабораторию. Так, интересно, где этот G-Virus? Журнал комнаты отдыха. Тоби, вход-выход, Сара Тахаси. В общем, какой-то журнал тут у них. Что это тут? Распорядок. ID-браслеты. В исследовательском центре используются новейшие технологии безопасности для обеспечения сохранности сотрудников. В общем, ID-браслеты. Посетитель, сотрудник, старший персонал. У нас пока посетитель. То есть не везде мы сможем пройти. Во время авторизации считывается электронный чип, установленный в браслете. То есть нам подсказывают, что надо будет искать электронный чип и устанавливать в браслет, ну, более высокого уровня. Так, это такого рода чип. Вот, видите, и сразу вот, только для персонала с правом доступа. Так. Хорошо. Карта лабораторий. Отлично. Я вам скажу. Так, ну все, мы тут собрали, ребят. Давайте запишемся. Вот. Что нам с собой брать? Да, пожалуй, вот это и подойдет. Места, в принципе, хватает у нас.
Так, ребят, я думаю, на этом эту часть этого прохождения можно закончить. Мы попали в лабораторию, подземную лабораторию Umbrella, и в следующей части будем ее обследовать и искать вирус по просьбе вот этой Ады Вонг. Очень надеюсь, что вам интересно следить за моим прохождением. Вот, особенно это полезно тем, у кого нет такого компьютера, на котором можно было бы идти играть эту игру. В общем, на этом эта часть заканчивается, на этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья.